Радио Energy представляет. Впервые в Екатеринбурге фестиваль битбокса и лайв-лупинга One Man Band Festival. Три человека, три оркестра. Гений голосовой импровизации MC Xander, лидер британского лайв-лупинга The Beatbox и вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг. Путешествие по созданию музыки в реальном времени. 19 июня. Телеклуб. Открывает концерт «Артиллерия уральских битов» Синоптикс. Подробности на teledefisclub.ru при поддержке Mail.ru. Для слушателей старше 12 лет.